Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы продолжим прохождение игры Fable Anniversary. Сегодня у нас дальнейшее уничтожение бандитов тут идет. Так, где-то тут должны быть. Еще хочешь? Ты сейчас у меня получишь сосиски бесплатно. Че тут? Да ладно, че он тупит так? Так. Разбойничья рубашка. Так. Дальше. Привет. Что-то будет. Да ладно. Лучника надо снять. Привет, малыш. Сейчас я его. Ты кто такой? Так, сейчас я чувствую, тут нахапаю. Блин, бабла, конечно, нету, нифига. Какой-то еще там эликсир на ты был. Так, что там за эликсиры? Эликсир повышает опыт ловкости. Ну-ка. Ух, ни хрена себе, 7000. Неплохо. Так, продолжим. Разбойничьи штаны. 3 из комплекта. Нашим оружием. Да ну, а чем ты хотел? Привет, малыш. Ты скучаешь тут? На фаербол тебе в рожу. Да ну. И все, что ли? Ну-ка, что у нас тут? Разбойничья бандана. Да ладно, мужики. Вы опупели, что ли? Так, о, что-то валяется у нас тут. Мяско. О, еще сундучок. Ну что у нас тут найдено? Так, снаряжение. Какой-то комплект, я так понял. На этот разбойника. Так, у нас весь на этот разбойник или что? Привет, ребята. Пока. Да.
Ты еще живой. Так, тофу или что там такое? Да ладно. Так, поближко. О, еще одни ворота. А что вы хотите? Что? Ох, ты ведь не один из них. Зрение у меня уже не то, что прежде. Первый был рыцарем. О, как сияли его доспехи! Их блеск и... Другой злой маг носил самые темные одеяния, как и... А третий — разбойник, вроде тех нынешних. Я жду доблестного рыцаря, где он? Привет! Вот и получишь! Не к добру это! Не могу смотреть! Да ладно. Я переживу. Добил. Так, что здесь у нас? То есть мне нужно типа блестящие доспехи одеть, что ли? Доблестного рыцаря он ждет. Ворот вас целая куча. Так, хочешь дальше. Войти? Скажи мне. О, телепорт. Так. Гильдия героев. Сгоняем, прокачаемся. А, нет, остаться. Я в таких делах не больно рублю. Но хочешь к разбойникам в лагерь пробраться, хоть одинчик как разбойник. Давай уж постарайся как следует, и потом приходи. Кроме меня ворота открыть некому. Так, ладно, снаряжение. Так, наряд разбойника. Надеть. Погнали. Так-то лучше. Но кто вошел, тот вошел. Так что, если хочешь опять ерунду какую напялить, пожалуйста. Только ребят смеяться будут. Джо, тут еще один заходит. Открывай ворота. Ладно, оставимся пока так. Мы стали разбойником. Чем я могу вам сегодня помочь? Герой, его есть, Тёрчок, красный боец. Герой, ё-моё. Эй, силач, верно? Это ты? Мать моя, тротиловая шашка. Не спину прикрывать. Так, ты кто у нас? Если тебе нужен человек с зубами... то острее, чем у меня, не найдешь. Ну, смотри. Угу. Зубы тебе выбить надо. Без пропуска, велено не пускать. Без пропуска. Да мне-то нахрен-то не нужен. Так. Но, тебе... Тебе, кажись, пропуск в лагерь обеспечить надо. Могу достать. Только он тебе в штуку золота обойдется. Ни хрена себе. Ладно. Но таких бабла нету пока. 700 с чем-то. Да нафиг, столько бабла надо потратить.
О, и золотишко сразу. Никто ничего не видел. Ты кто у нас? О, еще один лох. Игрок. Да ну. Что-то я вас тут раньше не видел. Наверное, у вас и пропуска еще нет. Слушайте, я сегодня щедрый. Если победите, заметь разницу, отдам вам лишний пропуск. Один идиот мне его проиграл. Будете готовы играть, приходите ко мне. Ну давай. Или в жопу тебе. Да ладно, я-то уже отдам бабло. А то еще просру тут. Это ты, кореш, верно решил. Так. Бабло уходит, конечно, жестоко. О, торгашни. Отличный воин. Он не похож на Курощупа. Из него... Что, торговать со мной не собираетесь? Ох, сразу зазевали. Пропуска нет, иди гуляй. Вроде нормальный пропуск. Запускай его. Давай, давай. Я нормальный чувак, меня можно пропускать, ё. Так, а здесь чё? Болтовней у нас занимается Родрик. Я заметил, что ты следишь за воротами в лагерь Два Ножа. Хм. Может быть, устроить диверсию и выманить оттуда охрану? Тогда ты сможешь пробраться внутрь. Но столь рискованное предприятие предполагает адекватное вознаграждение. Ух, в наши непростые времена это серьезное решение. Да ладно, вы что, шутите? Тебе не со мной надо говорить. Вон тебе, Родрик. Ну, ящик. Ты кого там преступником назвал? Хрен лысый. Занят каким-нибудь делом? Так, вон еще один сундучок. Девять жизней. Вверх, как у кошки уже. Арена какая-то. Там что-то было. Так, там я был, вот сюда надо. Ты кто? Хочешь поглядеть, как Два Ножа развлекаются? Глянь, какие красавицы. Вот уж веселье будет. Выпустите нас. Что, дамочки, заждались, пока Два Ножа вас позовет? Отберите ключ у охранника. Чувак, иди сюда. Блин, тут трое видят. Да это же ты! Точно ты! Помогите нам! Ты ничего не видел. Так... Ох, сразу. Спасибо вам огромное. Я думала, мы все погибнем. Надо скорее уходить, пока охрана не заметила.
И куда же, интересно, они сбежали? Сбежали! Заложники сбежали! Держи их, пока не ушли! Бегите, дуры, бегите! Я знаю, как они через ворота пробегут тут. Ой, как раз ворота открылись. Тут. Молодец! Ворота открыты. Можешь идти в лагерь. Без диверсии причем. В тему, конечно. Я тебя ждал! Да ладно. А ну назад, парни! Два ножа хочет поговорить с этим геройчиком. Сколько ж вас тут? Никто из вас два ножа? Опа, зря я это спросил. Вот это шкаф. Сказала она, что явится гильдейская кукла. Вот ты и здесь. Наши и мои давно тебя заждались. Они давно крови не пробовали. Правда, какая в тебе кровь? Давай, кукленыш, доставай оружие. Посмотрим, что у тебя внутри. Вот это батфорты. Ух ты, вот так вот еще сделали. Ну ладно. Вообще мана должен сжечь на него. Вот говнюк, а. Короче, спереди его хрен пробьешь. Добить именно сзади. Давай, мужик, давай. Ну, воткни свои ножи в землю. Да ладно. Давай, втыкай свои эти кинжалы. Беги, герой, беги! Я сохраню твою голову, как трофей. Давай, сохранит он, блин, ё-моё. Блин, его не пробить, потому что пока он не воткнёт свои мечи в землю. Ну давай. И куда ты бежишь, кукленочек? Ну давай. Блин, больше эти мешаются. Ну давай, воткни в землю. Ах ты говнюк, а. Я еще и попал под раздачу, а. Да. Если так, кончай скорее. Я бы так и поступил. Вот и ты. Что-то не так? Ты не узнаешь свою сестру? Повязка моргнула, как прошлое глаза. Прошлое вернулось к Терезе, и память ее вспыхнула ярким огнем. Оуквейл пылал. Молча смотрела она, как разбойники пытают ее мать, а после спрашивают ее о пропавшем мальчике. Молча смотрела она, и тогда их вожак выколол ей глаза. Мы искали сестру, мать, пошли к гадалке, там какое-то правительство, оказалось, это сестра. Терезу бросили в лесу.
Три дня слепая и беспомощная ползла она по тропе, пока не наткнулась на другую шайку. То был два ножа. Так началась жизнь в рабстве у разбойников. Но разбойничий король почувствовал в ней необычную силу и стал прислушиваться к темным пророчествам, что она бормотала во сне. Слепая все делает. Те же, кому не нравилась слепая девочка, занявшая место подле трона, быстро повыбились. Тереза сама убила их всех без жалости и без сострадания. Зашибись, сестренка. Таково было отныне ее место в мире. Я много всего повидала. И как убивают, и как умирают. Я тебя видела, братик. В круге из песка и крови. На арене полной секретов. И этот день тоже видела. День твоего выбора между тьмой и светом. Тереза? Прости, два ножа. Теперь ты останешься один. Как и все мы. А для тебя, братик, у меня есть подарок. За все твои дни рождения, пропущенные мной. Сила, что течет у нас в крови. Да ладно. Все сразу обосрались. Во сне тебя найдет он, и на закате дня. Чего ты ждешь? Или кончай меня, или оставь. Все равно я сдохну. Я больше не король. Ты уже победил. Только не убивай меня. Почистим у нас тут. Еще одна жизнь. Блин, путаешься все. Золото. Еще золото. А эти нельзя разбить, да? Эту тоже. Только вот эти две. И чё, мне добить его, не добить? Ищите меня! Разбойники меня больше слышат! Ну-ка, если обратно вернуться? А, то есть уже выполнено. Нифига бабла отстегнули. Чё, всё? Весьма впечатляющая победа, герой. Но Мэйдж ждёт тебя в гильдии. У него есть новости. Приходи сюда скорее. О, здесь сундучок забыл. Ты получил новое задание. Ох, брюлик. Зайди в гильдию за заданиями. Идем. О, свой особнячок заодно купить можно. Хотя лучше сначала приодеться, а потом уже о хатах думать. Этих я спас. Я добренький. Ну, чуть-чуть подпортил, там пару бочек сломал, голубей пострелял. Всего-то.
Тебе не нужен кто? Спину прикрывать. Курощупа, верно? Вышел Курощуп собственной персоной. Теперь все уже знают, но никто не нападает. Так, надо еще найти где-то там закопанное золото, драгоценности жене отдать. Так, а ты откроешься? Что? О, первый друг, а ты? Я жду. Да и хрен с тобой. Так, броня где моя? Комплекты были же. Разбойника 524. Так, вот это у нас был, по-моему. Так, кожаный костюм. Надел и погнал дальше. Так, всех мы тут вырезали. Все забрали. Валим куда подальше отсюда и все. Там уже на робота хрен знает сколько. Хотя там и требуется уже хрен знает сколько. Хотя вроде разбойники пришли с другой, значит, это не эти разбойники. И как мне определить, где копать? Но почему? Почему он все не возвращается? Может, между этими здесь закопано? Приятных впечатлений! Ну-ка, и где мне копать? Пятьсот золота. Это те самые, что ли? Ну-ка. Может быть, это те самые бабки? Ох, любимый мой. Да. Ох, мамочки мои, это от моего мужа? Говоришь, сэкономил, катая на лодке туристов? Да, я помню. Он брал на борт каких-то людей. Издалека они были похожи на разбойников. Глупо, правда? Да ладно. Я знаю, он обо мне заботился. Такой был добрый, честный. Спасибо тебе большое. Я буду ждать, когда он наконец вернется. А пока пойду за покупками. И сразу бабло тратить. Пофиг, муж сдох, хрен с ним, бабло есть, пошли покупки. Ты можешь постигнуть жест благодарность. Постигнуть жест. Так, пойду этому скажу. Чебурашки. Так, не сюда. Чё за нездоровый смех такой?
Вы уже избавились от призрака? Сейчас скажу ему, он тебе и все такое. Клянусь фок-мачтой, морской волк, тебе можно верить. Меня ждет покой. Но прежде я выполню свою часть сделки. Остальные пожитки я зарыл на здешнем кладбище, под топором у статуи. Если их никто еще не прикарманил, забирай. А теперь прощай. Вопрос, где теперь это кладбище? Так, где ты, мужичело? Вы уже... Вы от него уже избавились? Да? Чудесные новости! Тогда заходите, навестите нас с курочками. Ё-моё. Одни грибы жрут, другие курицами... Ой-ё. Я думаю, этот герой очень хар... Ой. Так... Сразимся попка щук во имя добра. Так, кладбище, да? Угу. Копнем-ка здесь. Может, что-то есть? Есть. Еще золото. Сразимся бок о бок во имя добра. Да задолбал тоже своим добром. Курощук. Это кто у нас здесь шляется? Это в Бауэрстонском клубе берут всех желающих. А здесь тебе не Бауэрстон. Это в Бауэрстонском клубе берут всех желающих. Сейчас не время. Тебе нужен не я, а торговец. Да нахрена мне торговец? Чудно. Какой приятный человек. Да, я лапочка. И снова приветствую. Привет. Настольный гольф. Подходи, сыграй. Угу. А можно шары гоняешь? Кружечку, а здесь у нас кто? Поговорить надо. Ходи сюда. А, это ты, Курощуп? Нам пригодится помощь героя. Я надеялся, что попадется кто-то вроде Громобоя. Но, пожалуй, и ты подойдешь. Дело вот в чем. Мы выслеживаем знаменитого убийцу. Он прячется у шатра Два Ножа в разбойничьем лагере. Нам туда, конечно, не пробраться. Но для такого умелого героя, как ты, это пара пустяков, а? Речь идет не только о правосудии, но и о мести. Этот подонок убил моего брата. Тебя ждет 1000 золотых, если... Само собой. Чудесно. Ты принесешь нам и обществу большую пользу. Плату получишь, когда убьешь его. Да без проблем. О, бабло так и лезет прям в карман. Хрена себе вопли. Храп-то стоит. Так, мне нужен портал. Надо в гильдию свалить. А, подожди, у меня же портатина есть. Так, гильдия героев. Погнали. Заодно и прокачаемся. Поговори с Мейзом, он... Так, задание что-нибудь есть?
Убей всех стражников и торговцев Холмогории. Пипец. Спасение торговцев. Спаси всех трех торговцев, которых удерживают слоны разбойники. Убийство торговцев. Не, убивать не будем. Мы же добрые люди. Так, здоровье. Качнуть здоровье, что ли? Еще один уровень. Так, выносливость. Чем больше, так, тем броня. Так, качнем и это. А, можно еще больше купить. Так, ну давайте здоровье что-то купим. Так, здесь что-нибудь купить можно. Скорость. Из магии у нас что-нибудь есть. Так, кулак воли, замедление времени, похищение жизни, призыв, щит, рывок, исцеление. Давайте купим исцеление. Так, чем больше кирпичей. Так, больше ничего, в принципе, не выучить. Щит купим тоже. Так, щит еще прокачать, что ли? Ладно. Что у нас? Уже помассивнее стали мы. Так, нам нужно... в башню к этому сгонять. Из доспехов у нас... Да ну. Так, давай-ка с тобой поторгуем, что у тебя есть. Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Че, и все? Латные перчатки. А че, из доспехов вообще ничего нету? Латные поножи. Кожаные поножи. Кольчужные. Угу. С такие-то деньги. Пойди навести Мейза в гильдии. Надо, блин, качать навык этот, скрытность или что-то такое, чтобы дешевле покупать. Ну-ка, здесь еще покопать есть, могилки местные. Ничего нету. А здесь? Что, не копается, что ли? А здесь что? Да ладно. Что-то походу он там в одном месте не копалось только. Вот здесь что-то не копалось.
Что здесь написано? А здесь? Может, здесь что есть? Не, не получится ничего выкопать. Ну ладно. Так. Приятного отдыха, сэр. Да-да. Погнали наверх. Ну что расскажешь, мужик? Итак, ты нашел свою сестру. Не думал, что она живет среди разбойников. За последние несколько лет ты сильно изменился, не так ли? Люди интересуются, когда увидят тебя на арене в Ведьмином лесу. Но прежде чем ты вновь пустишься в путь, я дам тебе свое собственное задание в знак расположения. Пропал один мой старый товарищ. Его называют археологом. Возможно, он ввязался в какую-то историю. Не исключено, что его жизнь в опасности. Ходят слухи, что он может прятаться где-то в Ведьмином лесу, если он еще жив. Попасть туда можно через портал. Надеюсь, еще не поздно. Пипец. Ты получил новое задание. Стоп, а ворота откроются, интересно? Блин, эти еще мухоморов надо. Темен твой, лишь свет озарит его. Да ну. А здесь что так? А если копнуть просто наугад куда-нибудь? Статуи. Ладно, погнали. Так. Куда у нас тут? Береги себя. Что у нас тут? Убивать торговцев мы не будем. Привет тебе. Так, а стоп, а куда я должен? Встреться с археологом. Он в порядке. Так, эти не появились? Вы не будете разочарованы. Ах, если бы все герои были... Да ну... Привет, герой. Мне нужен кто-нибудь, кто проводит меня к яблочному двору. Я вам заплачу. Договоримся так. А если... Короче, задолбали вы мне торгаши.
Так, вообще, что у меня есть здесь в снаряжении? Сколько этих мухоморов там нужно? Мешок муки, рыба, тофу. Где лампа? Нахера так у меня лампа? Удочка, лопата, кошель, серебряные ключи, подсказка. Не бойся повторов и новые указки. Смело держись предыдущей подсказки. Синий гриб. Две штуки. Так, о заданиях. Где у нас задание? Так, задание вообще-то убирал. Так. Четыре синих гриба. Так, а данные? Чего персонажа у нас? Здоровье почти на максимум. Телосложение. Скорость подкачана. Стена огня. Магическая сила. Огненный шар. Бэйвервок. Короче. Так. Сгоняем, посмотрим, что здесь. Это ты? Великолепно. Выглядит... Нужна помощь? Вы пришли по адресу. Шоколадная печальная. Так, рыба, молоко. Ящик сидра, лопата. Ведьмином лесу. Верно? Не задерживаться. А могу я вам что-либо? Так. Приятных впечатлений от визита. Кто это тут лезет без приглашения? Кругом и шагом марш отсюда! Не узнают и не пускают. Так, трактире. Что у нас в трактире? Привет. Сыграй в пары. Привет тебе. Ну тут будет петь песенки нам. Где у нас тут эти? Какое небо голубое. Так, куда значит, же эта крыша девалась? Странно. Все туда же. Что там? Так, ты у нас кто? Кузнец. Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Ну-ка, из оружия что-нибудь интересное есть? Так. Фух. Так, тесак от меня сейчас. Вот этот двуручный, тяжелый. На урон, конечно, большой. Топорик тоже. Но цена... Молот мастера. Лук, тисовый арбалет. Ну-ка, сказать, продать, что тебе можно? Продать. Топор. Молот тоже. Тесак у меня сейчас есть. Лук продать. Так, продать. Так, денежку мы подзаработали.
Ведьмин лес поистине странное так, место. Так, где этот? Ищите вооружение. Мне нужно не вооружение, мне нужна броня. Так, этот торгует всякой хренью. Всего хорошего. Его вроде как все Курощупом зовут. Мечи, топоры, щиты и доспехи. Где? А доспехов-то и не видно. О, бабло валяется. Кто-то хату нашу снял. О, книжечку можно отдать. Курощу. Удачи в следующей битве. Куда уже? Приветик. Здравствуйте. На иная земля. Кажется, это очень. Может быть, останетесь послушать? Учить. В последние годы империи старой корабль поселенцев, груженный товарами, уплыл от Архона с мечом его острым к дивному райскому тихому острову. Там племя радушных жителей местных кормило пришельцев дичью чудесной. А с дичью шел крепкий пьянящий отвар, что с ног их валил, как хороший удар. Но вскоре покой поселенцев развеяли. Хрипы и кашель, и стоны пигмеев, что захворали и гибли, о горе! От кашля того, что пришел из-за моря. Когда уже местных осталось немного, гостям отказали в пище съедобной. Пришлось поселенцам от голода сгинуть и дивный тот остров навеки покинуть. Остатки пигмеев свой рай возродили, но крепостью мощной его окружили. Кажется, переводы... Что не дала бы погибнуть им более, если новые гад... люди плохие придут из-за моря. А, чуть-чуть не осекся. Что а еще? Что это значит, Курощуп? Принесли сегодня книги. О, это прекрасная книга. Все дети на свете просто обожают драконов. Ну, давай, читай. Приятно видеть, что герой так интересуется образованием. Давай, давай. В незапамятные времена, еще до стародавнего королевства, небеса Альбиона бороздили огромные драконы. Они летали, где хотели, резали домашний скот, жгли деревни и похищали красавиц к великому позору их женихов. Но вот наступила эпоха королевства Архона, а с ней пришли и герои, чуть было не истребившие смеха ради всех этих тварей. Спустя какое-то время альбионские дома обзавелись занавесками из драконьих чешуек, спиночесалками из когтей и так далее. Рэп танцует, ё-моё, там, брейк-данс. Уцелевшие драконы скрылись в северных пустошах. Там они прячутся и по сей день. И хоть далеки они теперь от былого могущества, но до сих пор олицетворяют собой высшее испытание для героя. Надеюсь, следующий битва... Принесли сегодня книги. Дети все время расспрашивают меня об арене. Им это очень понравится. Давай. Может, кто-нибудь из вас видел арену? А статуи в зале героев? Их воздвигли в память о величайших героях в истории Альбиона. Могучих воинах, снискавших победу на арене и покоривших людские сердца.
Во времена стародавнего королевства в бой за героями шли также их почитатели, жаждавшие узреть мощь и отвагу своих кумиров. Хотя путь многих бедняк частенько заканчивался то в зубах оборотня, а то и вовсе под сапогом разгоряченного в пылу битвы героя. Так что в итоге решили люди устроить в ведьмином лесу арену, чтобы герои могли демонстрировать там свою силу, не подвергая опасности публику. Туда свозили чудовищ со всех уголков Альбиона. И с каждым годом бои становились все зрелищнее. Лишь одно правило не менялось никогда. Финальная битва шла до смерти одного из соперников. Конечно, если те того желали. Вот почему нас туда хотят на эту... могла делать на арене. На арену нас отправляют, поэтому. Впечатлений от визита сюда, сэр. На громобоя? Да ты тогда еще пешком под стол ходила. Закрываются! Так. Куда бы нам прошвырнуться? Где эти грибы можно найти еще? Блин, доспехи будут прикупить. Так, и куда же нам сходить-то надо? Куда нас все это ведет? Выглядит толковым. Курощуп! Так, нам туда. Хм. Великолесье. Что, заклинило, что ли, дура? Наплодил это хрен. Твоя магия на исходе. Ну и хрен с ним. Восполняется пускай наша магия. Так, разбойнички. Не к добру. Да ладно. Ты
Я прямо весь на нервах. На нервах? Приготовься увидеть Скорма. Скорм, шморма. Просто снес. Очень рад. Так, и куда нас теперь тащит эта хрень? Какого хрена тут завелся? Щиты построить на все. О, щит. Клевые вещи все-таки. Ты достаточно знаменит, какой чтобы дядя, постигнуть жест герой-любовник. Угу. Теперь ты известный герой. Привет. Герой, я магия не исходит. Ну что ты охренели тут стоят? Герой, твоя магия не исходит. Главное карманы набивать. Ладно, мужики. Эй, привет! Показал. Продолжай в том же духе, хозяин. Какая мощь! Ой! 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 Давай, давай, давай. Покрышки. Рад, что отделались. Продолжай в том же духе, хозяин. И куда он нас ведет? Продолжай в том же духе. Опять туда же все? В ущелье? Так, вообще здание, что у нас... Так. В баню. Надо все это уже гильдейский. Перенесем сюда. Задание сразу. Ладно, лучше сначала тогда в гильдию сразу. Гильдия героев. Переместимся туда. Так, попробуем что-нибудь вкачать. Так, выносливость. У нас броня, меткость, хитрость, а магия у нас.
Что-то было похожее. Магическая сила. Так, давайте сначала вот уровень качнем. Так, меткость у нас хватает. Обучение на врагоста позволяет воровать из лавок все, что плохо лежит. Улучшает скрытность, чтобы легко было незаметно подбираться к людям и другим существам. Давайте лучше меткость купим. Так, я думаю, может быть, хватит на этот. Магическое. Так. Град смертельных снарядов. Так, магическая сила. Давайте купим ее. На этом все. Мы качнулись. Ну, думаю, на этом мы закончим прохождение данного эпизода игры. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся на мой канал, оставляем комментарии под видео, ждем дальнейшего прохождения. Всем удачи, всем пока!